Вот, дорогие друзья, это видео о том, что, во-первых, благодарим вас за то, что вы отозвались на приглашение сдать нам обувь. И, как видите, обуви поступило очень много. Вот они, мешочки, мешки, мешоченьки. Вот, и здесь видно, что мы разную обувь чистим. Вот в данный момент почищены кроссовочки. Это вообще, вы не представляете, это были такие убитые хилфигеры, вы даже представить себе не можете. Я даже не могла поверить, что они станут такими белыми. Но Nike Air Force мужские, вот такие New Balance. Вот, зимняя детская обувь, которую можно почистить, помыть и, в принципе, отдать на продажу или каким-то деткам. Летняя обувь, которую мы тоже скоро займемся. Средняя демисезонная обувь, замшевая, кожаная, из материала. Вот вы видите вансы, любимые детьми. Вот разные из ноутбука. То есть, в принципе, любая обувь нам по силам. Мы вот в таком чемоданчике, у нас есть рабочие инструменты, с помощью которых мы вашу обувочку почистим, помоем, приведем в порядок, и вы начнете в ней либо бегать вот сейчас вот летом, либо отложите аккуратненько в коробчоночку до следующей холодной погоды, или поставите, например, на продажу, да, в тот же магазин Kira Tips, детская комиссионная обувь и взрослая, там у нее продаются очень замечательно наши местные, принесенные, заботливо вычищенные обувь, одежда и другие детские игрушки, вещи, предметы. Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Через неделю будем готовы взяться за новую партию. Всем пока! Хорошего, прекрасного летнего дня!